Технологічная дисципліна, якісна сировина и сучасне обсталювання – это основные факторы достижения успеха у любой справе, тем больше на будовничих предприятиях. День якости у Центра стандартизации метрологии и сертификации – это возможность для представников будовничей галины ознакомиться с новыми техническими нормативами, задать хвалюющие питания, знайти решение існуючих проблем. Диалог отримался познавальным. Мы как Центр стандартизации метрологии и сертификации, как продолжение всей системы стандартизации Республики Беларусь, продолжаем то, чем мы должны заниматься. То есть, как продолжение, мы работаем с предприятиями в области качества. Это в первую очередь в области испытаний продукции. Каждый вытворца затекавленный у тем, как его продукция была запотребованная. Але у первую чергу она повинна отповедать стандартам якости. Будовнейшие материалы проходят проверку у специальным выпробовальным центре, який отримал аккредитацию 2 года тому. Найновшее обсталявание позволяет провести подробязную техничную диагностику. Можно убачить, например, как дефекты щебню, так и готовых дверных и оконных блоков. Испытания проводим образцов, которые отбирает орган по сертификации. И затем заказчик нам с органом по сертификации предоставляет их для испытаний. Испытания мы стараемся проводить в сжатые сроки, но дело в том, что испытания сами по себе трудоемкие, и может испытание доходить до 3 дней на само испытание. После завершения проверки у вынику ее становчего заходу заказчик мае право на отримание сертификата для дальнейшей реализации продукции. Коли выник отмовны, такие товары отправляются на допрацовку. И таким чином выключается махчимость того, что неякостные предметы гандлю трапят до спожуца. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».